60 километров дорог Чувашии регионального и местного значения отремонтируют в следующем году. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи главы региона Олега Николаева с министром транспорта страны Виталием Савельевым в Москве. Работы планируются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его реализация в Чувашии идет опережающими темпами. Финансирование порядка 2 миллиардов 700 миллионов рублей, что позволит отремонтировать свыше 110 километров автодорог. Кроме этого, на двусторонней встрече в столице обсудили планы реконструкции аэропорта, строительство трассы М-12 и третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, которое свяжет между собой три района города и поможет избавиться от пробок в центре и на вылетных магистралях в час и пик. В целом работа достаточно сложная, требующая серьезных консультаций специалистов. Но самое главное, вот есть общее понимание, что все вопросы очень важные прежде всего для развития Чувашской республики. Ну и, конечно же, лежат в плоскости задач, которые обозначены президентом с точки зрения создания комфортных и современных условий жизни населения.